Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые и ждут тебя в описании. 5504 рубля баланс на GG-дропе, и весь этот баланс мы подняли с очень маленького депозита, всего лишь 2000 рублей. Но ты спросишь меня: Пред, почему так мало? Потому что здесь не 5, внимание, секундочку, здесь еще Ахикамара за 40 тысяч рублей с прошлого ролика. И я очень долго думал о том, что вывести ее или продолжить играть. И решил, что давайте лучше продолжим. Потому что сегодня плотненько залетим, так сказать, на 46 тысяч рублей. Проверим самые дорогие кейсы и посмотрим, куда нас сегодня занесет. Поэтому обязательно поставь лайкосик. Пожалуйста, прожми его прямо сейчас. Потому что для меня это будет очень приятно. Для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе большое. Ну и, конечно, не забывай, что если когда-то ты случайным образом зайдешь на GG-дроп и заходишь, хочешь поиграть, есть безумно рабочий и самый окупаемый промокод PREDETER YOUTUBE. Он будет в описании, не ошибитесь. И именно этот промокод дает плюс 11% на абсолютно любую сумму. Короче, когда ты закидываешь, например, 1000 рублей, ты получаешь 1110, то есть 110 рублей бонусом. Но когда ты закидываешь десяточку, 10 тысяч, ты получаешь 1100 совершенно бесплатно. Самый рабочий, самый окупаемый промокод, который только здесь есть. И помимо того, что он дает тебе самый большой бонус, он тебе еще и окупит. Поэтому обязательно используй его, пополняй именно через него, не забывай закинуть его в барабан бонусов, потому что, кстати, сейчас будет очень феерично и круто, если он нам выдаст скидку на кейс. Сюда! Вот это солевая сучья пега. Вот это, кстати, очень круто. И еще 15%. Здравствуйте! Что будем делать? Конечно же, используем. Короче, 15% это нереально много, потому что вы можете, например, зайти и крутануть. Я бы очень сильно захотел крутануть вип-кейс. И почему именно его? Ну, точнее, вип-каверс. Блин, ну просто в прошлый раз мы открывали ЧБшечку, он стоит десяточку. И он нас окупил. Давай попробуем. На 8-4. Ну а что, прикинь, просто скидка на кейс 15%. Надо пробовать, поехали. Черно-белый ровно на один раз, там просто пролетает керамбит, дамасская сталь. Ну только не говори, что это... Неплохо. 11589. Ну-ка давай-ка тогда попробуем, наверное, на 3 раза. Вот сейчас будет довольно-таки интересно. Но это уже грязь. Это уже 3. Ой-ой-ой. Идеально. Я думал, не окупят. Честно, думал, не окупят. Никогда в жизни он не выдавал мне 2 азимова. Плюс 5000 рублей. Полет нормальный. Может, заряжем тогда? Заряжем. Зарядим тогда прям по-крупненькому в красный кейс 27 тысяч рублей. Че думаешь? Кровавая паутина, убийство, кровавое кимно. Ну, поехали. Я все равно, вот тебе честно скажу, с этого кейса я никогда не выбивал прям какие-то крутые ножи. Где дроп? Где, мать его, дроп? Ну, какие 20 тысяч? Но я открыл на 27. Весь плюс, который у меня был, он просто взял и забрал. А ну-ка, может быть, попробуем как тогда... Ну ладно, давай желтый. В любом случае, я сначала должен открыть свои самые любимые кейсы. Это желтый. 100% на 3, потому что не хочу открывать на 5. Мне кажется, все... Хотя, в принципе, да была не была. Давай на 5, пофиг вообще. Бульдозер хорошо. Плохо. Ужасно. А ужасно. И вот инжектор может нас спасти, 14 тысяч, но он не спасает. Хотя подожди, 42 тысячи. По-моему, спас. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Спас еще как, нормально. Я говорил, что это самый лучший кейс, который только есть. Ну, есть только еще синий, тоже очень хороший. Он, кстати, тоже невероятно сильно окупает, поэтому давайте на 38 тысяч зарядим его. И поехали. Первый пошел, второй. 15 тысяч неплохо. Кстати, пятерочка слабовато, 3 тысячи слабовато. Вот, ну вот, вот, а вот это уже слабовато. Пахнет фидом. В принципе, ничего не потеряли, все то же самое. И пока у нас 50 тысяч рублей, давайте попробуем открыть закаленное в боях. Почему его? Потому что в прошлый раз он нас окупил. Так, он нам выдал керамбит ультрафиолет. Это один из самых дорогих кейсов, то есть он находится в самой дорогой коллекции, поэтому 50 тысяч рублей, 5 открытий.
Красиво! Еще и буря на закате, что? 215 тысяч. Да ладно, это просто какое-то ограбление. Подожди, ну этого быть не может. 215 тысяч. Я что-то понять не могу, как это работает. Ну, чтобы вы понимали, это самый лайт, который только здесь есть. Блин, ну по-хорошему нужно было бы, конечно, вывести. Но давай так, будем разгонять дальше. 222 тысячи рублей. Я бы очень сильно хотел сейчас залететь в наши сборки в какой-нибудь нож. Ну вот безумно просто вот так вот взять и на 5 раз открыть, попробовать платиновый нож. Почему попробовать платиновый? Потому что если мы пойдем в ножевой, я думаю, что он может нас подскамить. Насыпет пару новах, у нас будет минус. То есть, ну, вообще, в принципе, после такого большого плюса, логично, что будет минус. Давай откроем платиновый на 200 тысяч рублей и посмотрим, что он может выдать. Вот это довольно-таки интересно. 100 тысяч неплохо. Ой, 17, как же ужасно, господи. Ну, я думаю, нормально. В целом, да, 193 тысячи нормально. Вот если бы он сейчас гамма-волны выдал и еще какой-нибудь скин за 50, это был бы просто невероятный окуп. Но надо будет попробовать. Нет, давай, наверное, не его. Давай попробуем серебряный. Хорошего должно быть помаленьку. Серебряный не хочу. Они как-то расположены неправильно. Ножевой, серебряный, золотой. То есть золотой должен быть на втором месте. Давай его. Не хочу открывать кейс за 20 тысяч и получать наваху. 27, 18, 33, хорошо. Ну и может быть 30? 49. Сюда. А вот это, кстати, хорошо. 158 тысяч, 239 тысяч рублей на балансе. Такс, предлагаю открыть еще раз платиновый, потому что он нас не окупил, но у него есть безумный потенциал. Давай попробуем. Вот по сути мы сейчас открыли ножевых кейсов. 18, соточка, неплохо. 33, сюда, блин! Вот это было, это, ну, я согласен. Это идеально. Когда тебе выпадает, извините меня, гамма-волны за 65 тысяч рублей и за 100, это уже идеально. Но я думал, это сотка. Я думал, это уже 200. Плюс выпал градиент, тут могло бы быть 300 тысяч рублей. 360. Я начинаю икать, я начинаю переживать, поэтому надо ставить вывод. Давай немного поношенные, ровно на 300 тысяч рублей. И все, что сейчас нам выпадает, просто берем и выводим. Вот это будет максимально интересно. Пожалуйста. Вау. Просто вау. И еще омега. Обязательно поставь лайкосик. Обязательно подписывайся. Если будешь играть, обязательно возьми и используй промокод PREDTERYOUTUBE. Самый рабочий и самый окупаемый промокод. А мы будем все выводить.